Проводим демонстрацию работы электростанции МЭС. На щитке приборов выключатель переводим в положение включено. После этого включаем кнопку старт. После того, как показания на вольтметре выравниваются в районе 220-230 вольт, станция готова к эксплуатации. Проверим. Достаточно щитке приборов тоже пункт перевести в положение выключено. Вот так работает электростанция МЭС практически в любых климатических условиях. Проведем повторную демонстрацию работы электростанции МЭС для тех, кто задавал вопросы. Я надеюсь, что на некоторые из них вы получите ответы. Ввод в эксплуатацию остается неизменным. На щитке приборов выключатель переводим в положение включено. После этого нажимаем кнопку старт. Теперь продемонстрируем работу самой станции. Thank you.
Сейчас я хочу продемонстрировать, что к электростанции не подведены никакие провода. Я умышленно не ставил фильм приборов учета и контрольно-измерительных приборов. Ведь это не рекламный ролик. Этим фильмом я хочу показать, как просто эксплуатацию МЭС можно использовать в бытовых целях. А качество электрической энергии обеспечивает сертифицированный электрогенератор, купленный мной в магазине. Также хочу показать то, что внутри нет груды аккумуляторов и инвертора, а всего лишь механика в чистом виде. Конечно, заслонки не дают полной картины. Но для оценки этого достаточно.
эвакуации. Тумблер. Выключаем положение. Переводим положение выключки. Теперь я вам показываю, что клемма с аккумулятора снята. Сейчас попробуем провести запуск станции. Тумблер переводим в положение включено. Нажимаем кнопку старт. Как видим, ничего не происходит. Нет питания. Этот фильм показывает, что электростанция МЭС – это не научная сенсация, а всего лишь техническое решение.